Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, мы выходим на регулярную основу. А значит, 27 июня вас ждет третье шоу Northern Storm. И вы спросите меня, какие поединки там состоятся, и вам с удовольствием отвечу. Во-первых, это Алекс Андерсон против Егора Соколова. Два победителя своих отборочных матчей за главный титул, который будет разыгран в сентябре месяце на главном шоу года «Битва на Неве». Но они пока что не знают своих оппонентов по лестничному поединку, и поэтому мы их выясним 27 числа. В первом отборочном поединке встретятся Алькор и Стервятник, и в этом матче будут действовать правила 2 из 3 удержаний. А в еще одном отборочном матче сойдется Анатолий Мороз с персоной, которая очень хотела этого матча и очень просила о нем. Я говорю о Милане. Она уверяла меня, что 26 апреля она бы одержала победу, если не ее напарник Максим Рустамов. Я подумал, почему бы не дать ей этот шанс и встретиться с Анатолием Морозом один на один. Но согласитесь, 120 кг Анатолия заметно больше, чем Милана, которая уступает ему чуть ли не в два раза в размерах. Поэтому мы добавим особенные правила и к этому матчу, и это будет 5 минут лимита времени. И если Мороз не выиграет за это время, то тогда Милана отправится в лестничный матч. 27 июня. Приходите на шоу, и там будет еще много чего интересного.